Всем привет, с вами Низамов Илья, и сегодня мы продолжаем изучать мобильный клиент 1С. Сегодня будем изучать мультимедиа возможности. Для этого нам понадобятся платформы, мобильный клиент, операционная система и веб-сервер управления торговлей. По ссылочке, которую сейчас видите на экране, вы можете посмотреть предыдущие уроки. Так, для начала нам понадобится включить разрешение на использование мультимедиа в мобильном устройстве. Для этого заходим в свойства корней конфигурации, требуем разрешения и включаем мультимедиа. Создаем общий модуль, назовем его мобильный клиент сервер. Ставим галочку вызов сервера и создаем процедуру. Установить настройки мобильного клиента. Я здесь немножко использую костыли, поскольку директивы препроцессора мобильный клиент не работает в серверных модулях. При старте программы мы будем определять, мобильный клиент это или нет, и сохранять это в настройках. Для этого будем использовать хранилище общих настроек и сохранять там нашу настройку. Открываем модуль управляемого приложения и в процедуре при начале работы системы используя директиву препроцессора будем устанавливать нашу настройку в истину или в ложь. Отправляем на если мобильный клиент, вызываем наш общий модуль и вызываем нашу процедуру установки. В противном случае устанавливаем ложь, сохраняем конфигурацию. Теперь для дальнейшей работы нам необходимо включить возможность изменения справочника номенклатуры. Оставляем его на поддержке. Открываем справочник номенклатуры. И добавим две дополнительные формы. Одна будет являться формой элемента справочника, установим только минимум реквизитов, необходимых для работы со справочником. И добавим еще одну дополнительную форму, это будет форма списка справочника. Эти две формы будут у нас использоваться только на мобильном клиенте. Для того, чтобы их использовать на мобильном клиенте, для этого нам надо перейти в модуль менеджера, найти процедуру или создать обработка получения форм, которая вызывается перед тем, как форма откроется. Здесь мы можем определить вид формы, форма объекта это или форма списка и соответственно указать свою форму, которую необходимо открыть. Определим, что у нас мобильный клиент запущен. Откроем хранилище общих настроек и загрузим настройку. Ключ объекта укажем мобильный клиент. Ключ настроек это мобильный клиент. Если конфигурация у нас была запущена из мобильного клиента, то в данной настройке будет сохранено истина. Теперь проверяем. Если у нас мобильный клиент и если виды формы, форма объекта, либо форма списка, мы будем устанавливать соответствующие формы для вызова.
проверяем вид формы. Отключаем стандартную обработку. И в переменную выбранная форма помещаем значение названия наших форм. Мобильный клиент для формы объекта и форма списка мобильный клиент для формы списка. Сохраняем конфигурацию. Открываем форму элемента справочника. Немножко подредактирую форму. И добавлю реквизит адрес картинки. В этом реквизите будет храниться ссылка на хранилище. И, соответственно, будет отображаться картинка. Создаем команду «Сделать фото». Размещаем ее в командной панели формы. Создаем обработчик на клиенте. Теперь вернемся обратно к справочнику номенклатуры и создадим форму фото произвольная. Открывая эту форму, мы будем получать возможность редактировать параметры для параметра съемки и фотографировать. При закрытии формы мы будем передавать полученную фотографию обратно в справочник, форму справочника номенклатуры. Создаем необходимые реквизиты. И размещаем реквизиты на форме. Командную панель отключим, она нам не нужна. Создадим команду «Сфотографировать». Разместим ее тоже на форме. Сделаем так, чтобы она у нас растягивалась. И сделаем ее кнопку по умолчанию. Фото укажем, что это поле картинки. По качеству укажем, что это поле полосы регулирования. Минимальное значение укажем единица, максимальное 100, шаг единицы. Также создадим команду «Отправить», разместим ее на форме. Она будет отправлять в форму справочника номенклатуры полученную фотографию. Создадим обработчик на клиенте при открытии. Опять же, использую директиву препроцессора «Мобильный клиент». Мы проверяем, что форма открыта именно с мобильного клиента. Если все нормально, устанавливаем качество 100 максимальное. Камера, тип камеры устройства авто. Тип камеры устройства — это системное перечисление. Можете посмотреть в справочнике, что это за перечисление. И вызовем функцию, процедуру «Обновить данные камеры». В противном случае вызовем отказ, и форма просто не откроется. Теперь камера при изменении. Также вызовем «Обновить данные камеры». Единственное, я на видео забыл указать, что у реквизита «Камера» надо отключить свойство «Выбирать тип». Иначе он, поскольку тип у камеры произвольный, он будет показывать вам при выборе очень много
доступных типов. Если отключить это свойство, он вам покажет только возможные значения тип камеры устройства: авто, передняя или задняя. Опишем процедуру обновить данные камеры. Опять же проверяем директиву мобильный клиент. В принципе, здесь уже можно этого не делать. Получаем все массив возможных разрешений, в которых позволяет фотографировать камеры через средства мультимедиа. И элементу разрешения фото в список выбора передаем данный массив. У элемента разрешения фото нам необходимо установить режим выбора из списка. Добавим реквизит расширения файла, только просмотр, чтобы сразу было видно, в каком формате фотографирует ваша камера. Скорее всего, это будет JPEG. И опишем саму процедуру фотографирования. В принципе, директиву препроцессора уже можно не использовать, поскольку мы при открытии проверили, что форма открывается на мобильном клиенте. Но я все-таки использую. Определим переменную результат со значением не определено. Используя средства мультимедиа, проверим, поддерживает ли фотоснимок данная камера. Если поддерживает, то будем выполнять фотографирование. Необходимо также проверить на заполнение значения разрешения, с которым будет фотографировать камера. В противном случае, если разрешение не установлено, выдать сообщение об ошибке. Так, давайте тогда сразу разрешение фото назначим значение первое, которое у нас будет в списке выбора. И теперь в переменную результат через средства мультимедиа мы получим данные сделанного снимка. Сделать фотоснимок, передаем то значение камеры, разрешение. Качество и черно-белый. Наша более переменная монохромная. В противном случае сообщим об ошибке, если не поддерживается фотосъемка вашей камеры. Так, результат не надо возвращать, это не функция. Просто выведем сообщение пользователю. Если результат у нас содержит какое-то значение, отличное от неопределенного, то мы получаем двоичные данные. Получаем расширение файла. И в реквизит фото через временное хранилище вмещаем двоичные данные. Будет отображаться наша полученная фотография. Чтобы вызвать
форму фотографирования в форме элемента справочника. Добавим команду «Открыть форму», вызовем нашу форму «Форму фото», владельца укажем «Это форма». В качестве уникальности передадим уникальный идентификатор формы. Так, сохраняемся и посмотрим, как это будет выглядеть в мобильном клиенте. Вот у меня мобильный клиент уже открыт. Открываем по систему администрирования, номенклатура. Видите, подменилась наша форма справочника, теперь она не такая нагруженная. Открываем элемент справочника. Открываем команды и сделать фото. У нас выходит ошибочка. Так, разрешение фото, данный тип не поддерживается. К выводу на форме. Поэтому мы удаляем вот эту команду. И еще у фото настроим пропорциональный размер картинки. Теперь создадим функцию «Отправить». В отправляемых данных у нас будет структура. Вставляем сюда ключ фото, передаем ссылку на хранилище и расширение файла перед этим. Делаем оповестить о выборе и передаем нашу структуру. Теперь нам необходимо обработать полученные данные. Для этой формы элемента справочника при создании на сервере немножко мы скипипастим из стандартной формы. Для адреса картинки я взял функцию и из модуля форм перенес небольшой кусочек кода. Теперь в обработке выбора мы получим нашу структуру, которую мы получили с формы фотографирования. Проверяем, что мы получили именно структуру. И структура содержит ключ фото. Если условие выполняется, вызываем серверную процедуру «Добавить фото». Передаем в нее выбранное значение структуры. Опишем процедуру. Процедура у нас должна быть серверная. «Добавить фото» и передаем выбранное значение. Обернем все это в попытку, поскольку мы будем записывать элемент справочника и данные в регистр. Получим двоичные данные. Получить из временного хранилища. Ссылка на временное хранилище у нас содержится в структуре, в ключе фото. Давайте двоичные данные я назову прямо не DD, а двоичные данные. Может получиться так, почему-то до сих пор платформа тестовая, и хоть и фотография на форме отобразилась, но двоичные данные почему-то из временного хранилища получаются не всегда. Поэтому мы сначала добавим проверочку, что двоичные данные действительно получились. Если нет, выдадим ошибку пользователю. Если мы все-таки двоичные данные получили, вот и 11.4, нам надо будет создать справочник «Присоединенные файлы», заполнить все необходимые реквизиты этого справочника и записать его.
дату создания, текущую дату укажем. Дата модификации универсальная. Текущая универсальная дата. Размер получаем из двоичных данных, используя метод размер. Расширение получаем из нашей структуры. Статус извлечения текста – это перечисление. Устанавливаем «не извлечен». Тип хранения файла – тоже перечисление в информационной базе. Записываем элемент. И после этого через менеджер записи создаем запись в регистре. Двоичные данные файлов. Создаем менеджер записи. Файл помещаем. Ссылку на владельца. Двоичные данные. Создаем новый объект хранилища значения и помещаем наши двоичные данные. Запись в регистр записываем. И объекту в реквизит файл картинки помещаем ссылку на номенклатуру присоединенные файлы. Так, после того, как мы поместили картинку, нам желательно ее отобразить на форме. Для этого берем и получаем навигационную ссылку на картинку и помещаем его в реквизит адрес картинки. Сохраняем изменения. Изменим свойства картинки пропорционально, чтобы смотрелось получше. Запустим базу в обычном режиме. Открываем номенклатуру. Вентилятор настольный. Как видите, картинки здесь нету. Картинку мы добавим через мобильный клиент. Для этого открываем конфигурацию в мобильном клиенте. Создать фото. Выбираем разрешение. Качество выставляем максимальное. Делаю фото. Нажимаю отправить. Вот, как я и говорил, двоичные данные не были переданы. Делаю еще раз фото. Опять нажимаю отправить. Опять двоичные данные не были переданы. Надеюсь, в будущих релизах мобильного клиента это исправит. Опять делаю фото. Отправляю. Все. Фото у нас сохранилось в справочнике вентилятор настольный. Открываем его в основной базе и видим, фотография прикрепилась. Вот присоединенный файл. На этом все. Мы научились подменять формы при использовании мобильного клиента, фотографировать в мобильном клиенте и прикреплять фото к номенклатуре. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписывайтесь в социальных сетях. Все ссылки в описании. Удачи, пока!